наполняясь силой вулкана, я, Боржоми, жду миллионы лет, чтобы разделить с тобой этот момент, когда ты встретишь ее впервые. Решишься. Отправишься. Загоришься. Убежишь от суеты. И попробуешь новое. Когда ты подумаешь, как же здорово жить, моя сила будет с тобой. Вулканическая вода Боржоми. Живи с силой вулкана. Всем добрый день. Мы начинаем свои прямые трансляции с очередного турнира серии CutShot. Сегодня у нас турнир Fox Beach Open. Сегодня женский день у нас на CutShot. Первой половине дня с 9:30 у нас начался турнир хардовых пар, так скажем. Хотя категорий у нас несколько по итогам групповых этапов. Но мы с вами по традиции будем смотреть трансляции с первой площадки. Второй четвертьфинал, первый вы видели, надеемся. Да? Если кто не видел, можно будет записи посмотреть. Представим соперниц. Дарина Ныркова сейчас была в атаке. Вторая попытка, но напарница Ксения Рыбакова решает со второго. Первое очко зарабатывает. Итак, на ближней там стороне площадки Ксения Рыбакова и Дарина Ныркова. И на дальней стороне площадки Рита Югай в маечке в такой оранжевой с фестиваля солнечного. И ее напарница сегодняшняя Саша Кунева. Хорошая подача Дарине удается. Рита не справляется. 2-0 счет у нас. Дарина с Ксенией уже выиграли наш турнир. Тот самый турнир, в котором нам не удалось трансляцию финала организовать из-за того, что одна из участниц... Ух, какой мощный удар в исполнении Ксении. Да, тот самый турнир, когда у нас там немножко кабель перебили участницы турнира. Сколько камера у нас тут... почти не защищена от таких вещей. Она вот редко, но такие ситуации случаются. Касание сетки было у кого-то, по всей видимости, у Риты. Счет 3-0. Очень уверенно Ксения с Дариной начали эту игру. Вот пока что их соперницы не могут противоядия найти.
Съема пока нет своего, да. У Риты подача, даже блок не ставят девочки, хотя у Риты очень хорошая мощная атака. Ну, первый съем, наконец, первый очко. 1-4, смена сторон. Две партии до 15 очков, третья, если понадобится, до 11. Такой формат всех игр абсолютно у нас на летних турнирах серии Катшот. Сегодняшний турнир не исключение. С погодой девочкам повезло. Нет, нет. Надо было кому-то подуть. Наверное. 5-1. Пока трос тоже за Ксению с Дариной. Да, с погодой у нас был плохой очень прогноз на субботу, но пока что все было замечательно. Я с самого утра здесь не был, но вот рассказывали, что в 9:30 турнир начался, и в 9:28 ровно прекратился ливень, который был по утру. Вот, вышло солнце, и с тех пор, в общем, у нас замечательная погода здесь. Набегают периодически тучки, но, в общем, пока что все у нас в порядке. 6-1. Как и обещали, на турнире Катшот будет прекрасная волейбольная погода. Очень хороший удар по линии. Рита очень уверена. 2-6. Я думаю, что сейчас Саша с Ритой наберут необходимый игровой темп и включатся в игру, и будет все посерьезнее гораздо. Очень хороший блок. Все проконтролировал Саша. Саша хорошие физические данные, хороший прыжочек. На блоке она может подъедать. 3-6, что сейчас, в общем, показало. Ах-ха-ха, все хорошо. Вроде по месту Рита располагалась, но обработать не смогла. Мощный удар у Дарины получился. 3-7. 7-3, точнее. Ветерочек у нас периодически поддувает. Да, первыми полуфиналистами турнира стали Саша Моисеева и Лена Евтешина, которые в упорной борьбе в трех партиях обыграли Таню Лебедеву и Лену Соколову. Эту трансляцию вы видели без комментариев, но игра местами очень неплохая была. Хотя я не все смотрел. На второй площадке, честно говоря, не видел, кто играет, чтобы вам подсказать, кто будет во втором полуфинале. Что у нас? У нас подача в аут. 4-8. Ой-ой-ой. Передача не удалась Ксении. Прямо на сетку навесила Саша Конева. И та воспользовалась подарком вполне. 5-8. Так, своеобразная техника передачи у Ксении. Немножечко подкручивает она мяч, когда сверху подает. Не знаю, с чем это связано, понаблюдаю дальше. Не обращал как-то внимания до этого на это. Вот, хорошо, со второго Саша здорово сыграла. 6-9, смена сторон должна быть у нас. Да, так и есть, смена сторон. Варя Барашева будет полуфиналистом другим, то есть в полуфинале встретится Лена Евтешина, Саша Моисеева против Вари Барашева. Я, вот, честно сказать, не знаком с ее сегодняшней напарницей. Точнее, не то, что не знаком, я просто не помню, с кем сегодня Варя играет. Чуть попозже вам объявим обязательно. Ой, нет, вот сейчас нас сразу надо было под заднюю линию, конечно, Саша переводить, и все бы сработало. А так она прямо руки Ксении отдала. 1-6. Интересно так, точнее,
Интересно наблюдать, как Дарина с Ксенией друг друга приветствуют, обмениваются такими после каждого выигранного очка постукиваниями друг друга. Так назовем это. 7-11. Очки Укли, остальное, одежда Under Armour, все по пляжно-волейбольной моде у Саши Коневой. Есть доигровка у Риты, надо забивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Читалось это все, и девочки уже были рядом, и немножко передача, мне кажется, не совсем комфортная получилась сейчас у Саши. Но чуть-чуть ветерок у нас начал задувать. Тоже, безусловно, оказывает влияние очень хороший. Подняла мяч Рита. Вот. 13-7, очередная смена сторон. Пока что наращивают только преимущество Ксении с Дариной. Посмотрим, как дальше будет. Уровень соперниц достаточно хороший. В другом четвертьфинале, который параллельно с нашим идет, четвертый четвертьфинал, так назовем его, встречается Наташа Кочнева и Настя Дозорцева против Нади Ульяновой и Насти Михайловой. Счет у нас тем временем 14-7. Забивает прием ритм. 15-7. У нас маленькая реклама. Наполняя силой вулкана, я, Боржоми, жду миллионы лет, чтобы разделить с тобой этот момент, когда ты встретишь ее впервые. Решишься. Отправишься. Загоришься. Убежишь от суеты. И попробуешь новое. Когда ты подумаешь, как же здорово жить, моя сила будет с тобой. Вулканическая вода Боржоми. Живи с силой вулкана. Возобновилась вторая партия. У нас мы ничего не пропустили. Ой, Рита рано рванула. И на противоходе очень четко Ксения отловила. 1-0. Также уверенно начинают Ксения с Дариной вторую партию. Пока что ничто не предвещает им проблем. Тем более вот у Риты с приемом сегодня не ладится. Ну, возможно, более комфортно сейчас в четверке будет играть. Поменялись зонами Саша с Ритой. 2-0. Посмотрим. Ну, на самом деле, очень хорошая подача. Вот прямо сейчас рядом со мной Дарина подавала. Планер такой прям шикарный. Над сеткой и опускался очень хорошо, так неприятно полет. Но сейчас показалось немножко попроще была подача, но нет, под заднюю линию хорошо. И Рита на такой на неприятной высоте мяч полетел, но Рита не смогла обработать. Вернулись на свои позиции Саша с Ритой. 4-0. 1-4. Смена сторон, наша была Дарина. Пытается Саша подбодрить Риту. Ну, Рита, в принципе, нормально настроена. Нет такого какого-то паники у нее на лице. А вот, отлично. Будем считать, что сработало. И Саша вовремя поддержала напарницу. И Рита собралась, шикарную подачу выполнила. Очень хорошо к ленточке прижала. 2-4. Таня Лебедева с Леной Соколовой продолжают что-то живо обсуждать по итогам проигранного ими четвертьфинала. Что-то они там какие-то ситуации игровые развивают, и в ходе игры они там периодически друг друга, к сожалению, не понимали. 5-2. Рита ошиблась после эйса. Есть хорошая атака, но обработка отличная у Ксении. И
Нет, еще есть вариант доигровки. Немножко отведенная передача у Саши. Хотя, в принципе, ну, достаточно комфортная. Возможно, Рита чуть-чуть забегает под мяч. Ой, отлично. Вот сейчас все шикарно. Наконец-то доигровочку решили. Рита с Сашей. 3-5. Хорошая подачка. Ай-яй-яй-яй. Шесть три. Не смогла обработать, убегая с блока Саши Кони вот этот мяч. Наверное, все правильно делала, но чуть-чуть не хватило. Ой, отлично. Рита разбирается очень хорошо. Сеточный тросовой такой мячик был правильно. Ксения пошла на блок, но Рита опередила и перевела очень хорошо, четко по линии в свободную зону. 4-6. Смена сторон у нас. Пять шесть. Хороший обманный удар со второго. 7-5. Хорошая доигровка, надо решать. А, здорово. Здорово, здорово, девочки играют, здорово подтягивают. Попала. Попала Дарина. 8-5. У нас маленькая фотосессия прошла. Я тут слегка отвлекся, прошу прощения. Ой, отлично. Отлично, съем Риты. 6-8. Гораздо увереннее Рита себя сейчас чувствует во второй партии. Смена сторон. 9-6. Отличный прием. Ой, просто изумительно все. Сейчас тоже мне показалось, что немножечко отведенная передача, но вот подстроилась сейчас под мяч, это просто отлично. И удар вы видели образцово-показательный. 7-9. Ксению решили погрузить. Девочки молодцы, хорошо. Разговаривает между собой, короткую передачу попросила Ксения. Невысоко, собственно говоря, Дарина тоже. И передачку сделал, и разобрался очень хорошо. Техника хорошая у девчонок, молодцы. 10-7. Вот стоит мне похвалить девчонок, как они начинают ошибаться. Буду, наверное, чуть реже это делать. Ошиблась на передаче Ксения. 9-9. Саша пыталась, до конца бежала, чуть-чуть не хватило. Одиннадцать восемь. Пока преимущество 3 очка держится. Хороший прием. Здорово, аккуратно. 9-11, смена сторон.
Вроде как Ксения рядом находилась, но что-то не хватило ей для обработки этого мяча. Так, логичнее, конечно, было в этой ситуации Рити под заднюю линию перевести ближе к ленточке, но сработало и это. Ой, хорошо догнала, но Ксения беспощадна. 12-9. Не дает пока приблизиться соперницам пары Рыбакова-Ныркова. Двенадцать девять. Ну. Нет, она сразу не сработала. Не знаю, почему она сразу попыталась Саша сыграть. В принципе, съем у Риты пошел достаточно неплохо. Может быть, неудобно было передачу выполнять. Не обратил внимания, где мяч был. Возможно, близко к сетке не очень комфортно было, поэтому решила так за счет за счет напарницы сыграть. Ну, открыла здесь линию. Ну, Дарина. Так, с улыбкой легкую претензию к Ксении показывает о том, что показывала, что ходовое направление будет закрывать. Рита в линию ударила, но там никого не было. Где была Ксения? Об этом мы узнаем потом. Очень зрячий все. Сейчас все видно. Ну, Рита заранее бежит. И, в принципе, нападающий, если смотрит при выполнении разбега хотя бы, да, за движением защитника, то, в принципе, ну, легко очень упрощает жизнь нападающему хорошему. Вот с прием не получается. 15-10. Поздравляем Ксению Рыбакову и Дарину Ныркову с выходом в полуфинал. Вот, они одни из фаворитов турнира. Так что посмотрим, что как дальше будет. Рита с Сашей молодцы. Хорошо провели групповой этап. Но в четвертьфинале немножко, возможно, с соперницами не повезло. Вот мы делаем небольшую паузу. Сейчас вернемся на трансляции первого полуфинала. Спасибо.